Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Forerunner 55. И сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к какому-либо Android-устройству. Итак, если вы только что их включили, вам нужно будет просто выбрать язык и далее проследовать тому, что будет написано на экране. У нас часы уже вошли в режим сопряжения. Теперь нам нужно скачать приложение Connect Garmin на телефон. И заходим в это приложение, создаем аккаунт и все такое. Далее нажимаем «Устройство». По-моему, так. Опс. Да. Секунду. Не то приложение открыла. Далее нажимаем на устройство, на плюсик, вернее. Нажимаем не сейчас, нажимаем подключить устройство, когда он у нас уже нашел наше устройство. Далее вписываем код. Таким образом, мы подключили часы к устройству. Далее мы можем здесь настроить все в приложении, то, что нам сейчас предлагают настроить. Можем синхронизировать, можем пропустить синхронизацию. Настроить какую-то дополнительную информацию. Можем пропустить это действие. Нажимаем «Готово». И таким образом мы подключили часы к Android-устройству. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.